Кушать подано на сегодня. Вот морская капуста ламинария в этой банке, она даже без рассола. Просто одни листья. Ни капли рассола не обнаружилось. Попробую приготовить салатик. У нас салат из крабовых палочек. Здесь морская капуста ламинария консервированная, кукуруза, свежий огурец, пару яиц. Вот такой салат, майонез получился. Можно добавить сюда ягодок или лимона. Салат, крабовые палочки, ламинария, морская капуста, яйцо. Добавлю кукурузы, майонеза, можно даже лучка сюда добавить. Гречка. Сейчас я его порежу. И добавлю майонеза. Будет вкусный салат. Добавила я сюда немного лука. Добавила кукурузу. Майонез. Все смешала. Получился вкусный салат. Вот у нас салат из крабовых палочек. У нас сегодня есть выпечка. Печенье на рассоле. Огуречном. Можно на яблочном. Можно на... Можно из-под помидор. Вот такое печенье, красивенькое, аккуратненькое, в формочках силиконовых. Еще и картошку запекла, потому что оставалось место в духовке. Вот. Может быть, разрезать, показать? Сейчас попробую. В разрезе я в каждую печенюшку положила немного варенья. А в тесто добавила потертый грецкий орешек и корица без яйца с содой. Ничего, неплохо, вкусно. Еще у нас есть селедочка с огурчиками, украшенная вот таким образом. На этом мы заканчиваем. Всем пока-пока. Приятного аппетита!